Вот такое доброе рассветное утро, солнце, наконец-то уже рассвет, когда я выхожу на работу. До этого постоянно была тьма, но и выхожу я пораньше, так как я переехал, живу поближе к работе, и ехать всего лишь 30 минут, а до этого было по полтора часа. Вот за спиной у меня рюкзак, в котором вся нужная амуниция для работы на стройке. Это каска, светоотражающая жилетка, рукавицы и контейнер с едой, вилка. Вот. На ногах специальные защитные сапоги с железным носком. Все по правилам. И движемся на интересный объект, который находится в Чайна-тауне, в китайском районе, близко к Хастингтон-стрит, знаменитый, на которой дофигища наркоманов и всяких маргинальных личностей, поэтому туда лучше близко не попадаться. Но у нас там свой райончик, мы немножко в стороне, хотя и у нас там бывают скрюченные ребята, которые визжат, жужжат и матерятся их постоянно. Это, кстати, сегодня мой последний день на работе, потому что с понедельника я должен пойти в школу по языку, которая должна привести меня в канадский колледж для получения стадии пермита. Но посмотрим, удастся ли мне это или нет. Классно, солнышко светит. Обратно. Сейчас написал еще один начальник, сказал, приезжай в другое место на 9. И в час промотался просто так. А это вот парк местный. Какая земля. Ходят чайки, метро, бомжи, наркоманы. Автобусы, мусор. Какой-то вот автобусная станция, походу. И вот. Дырки крысы прорезали, прокопали землю. Поворот такой грязненький. Ну и в общем, вот она, канадская Настя. В такой лес мы приехали, двигаемся дальше на автобусную станцию. Приехал по адресу. Сейчас посмотрим, что здесь будет заработать. Платить за вход. Там платить за вход, но там копейки стоят. $15. Пришли на место. Показывают работу в таком отеле. Каким-то кустарничьим прием. Орлы летают. Наконец-то началась работа, мы немножко переносили материалы. Но пока вот наслаждаюсь таким замечательным видом отеля. Красивого,
модернового отеля. Вот мы здесь немножко работаем. Что-то случилось в лифте, куда скидывают грязное белье со всех 5 этажей, и нам там нужно построить леса и с этим разобраться. А вот это шахты лифта, в которой мы должны работать. Вдали от больших городов горы, дорога и облака. Это, кстати, Чилевак, я здесь уже был, но мы работали в центре города там, а теперь на окраине, у дорожных магистралей, где здесь такой приятный отель. Чем интересно. Такая бога коровка. Уже весна здесь, в Канаде, хотя 23 февраля сегодня. Все распускается, цветочки уже выскочили наружу, почки набухли, и пахнет весной, чуть-чуть навозом. No. We're by the SkyTrain line, not the station. I don't know where we can go. Короче, все. Мы доехали, в общем, работа сегодня не получилась, леса немножко не подошли в эту шахтовую лифту, и нам нужно набрать теперь другие. Но это был мой последний день здесь на работе, поэтому ребята будут там заниматься самостоятельно. А я двигаюсь дальше по дороге иммиграции в английскую школу. Но надеюсь, с ними еще встречусь летом. Мы об этом поговорили. И, может быть, все получится. Так что всем спасибо за просмотр такого невнятного эпизода. Пишите, что понравилось. Задавайте свои вопросы. А это был Сенатор Блог. Всем пока.